нашли шмели. Шмели. Шмели спит. Он не спит, он ест. Ему холодно, и он сидит, мерзнет. Да ладно, на солнце он сидит, мерзнет. Ну а что он не шевелился? Если ты будешь качать туда-сюда, то я не смогу попасть в резкость. Шмели. Может, ему нравится, как цветок пахнет? Мне тоже нравится, как цветок пахнет. Вон он что-то усами там шебуршит. Горный шмели. Нет, он, смотри, язычок вытягивает. У него язычок там прям длинный такой. Он засовывает язык, вот сейчас убрал язык. Вот. А так перед этим он пальцем поднимал голову и высовывал длинный-длинный язык. А вот сейчас он... Эй, чувак, высунь язык. Если ты будешь трогать его за спину, вряд ли он тебе язык покажет. Я уже два раза показал. Во, засовывает. Видно там что-нибудь? Не знаю, мне солнце отбликивает. Прям длинный-длинный язык запускает туда. У него голова загорожена этим. А, он видно было сейчас, да, во. Вот. А как хорошо на солнышке тепло. На солнышке тепло. Во-во-во-во-во-во. Прям длинный язык видно. Не видно. Потому что у растения... Во, видно. О, сейчас видно. Во-во-во. Он с него лапкой пыльцу еще ощущает, когда запустить. Убрал. Я вижу. Я пытаюсь найти дырочку между цветочками. Чтобы он сейчас высунет свой язычок еще раз. Можно было. А у него он прикольно, он не совсем высовывается, а подгибается под нижнюю губу. Чувак, покажи язык. Покажи. Ну ты сейчас его разбудишь, он убежит от тебя. Смотри. О! Мне так ничего не видно. О, смотри, ништяк какой. Цветок новый дали. Вот там язык. Ух ты, как он. Ведет себя как языкан. А поверни его ко мне. Получится. Ага. Языческая трапеза. Вот так там зашебуршился сразу. Скажи, же можно поесть тогда, раз такое дело. Че, пойдем искать мирогу. А, это приключение. Приключение мы вообще сразу найдем. Пускай. Всегда найдем. Шебуршила животину. Чаечки. Ну да, чайкам-то легко на пляж перейти. Романтика. Во.